Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем обзоре банкнота достоинством 25 кьят Народного банка Бирмы образца 1972 года. Государство Бирма существовало до 1989 года. После его переименовали и стали называть Мьянмой. Мьянма граничит с Индией и Бангладеш на западе, с Китаем на северо-востоке, с Лаосом на востоке и Таиландом на юго-востоке. С юга и юго-запада ее берега омываются водами Бенгальского залива и залива Муатама, а также Адаманского моря. Мы видим на аверсе банкноты изображен портрет Аун Сана в военной форме без головного убора. Аун Сан – годы жизни с 13 февраля 1915 по 19 июля 1947. Это бирманский генерал, политический деятель, революционер. В 1941 по 1947 года руководитель борьбы за национальную независимость от Японии и Британской империи. Это национальный герой Бирмы. В центре банкноты мы видим написан номинал прописью, а также Объединенный банк Бирмы на национальном языке. Внизу номинал прописью на английском, в четырех углах рамки номинал на бирманском и цифрами. Давайте посмотрим, как выглядит банкнота с обратной, с реверсной стороны. Вот так вот выглядит банкнота с реверсной стороны. И мы видим справа на фоне национального орнамента номинал цифрами. В центре, в узорчатой рамке, пинсарупа. Мифическое животное пяти форм красоты, состоящее из льва, слона, буйвола, карпа и дракона. Вот такое вот животное. Вверху надпись Union of Burma Bank, внизу номинал прописью. Давайте посмотрим, как выглядит банкнота на просвечивание, какие у банкноты водяные знаки и защитные элементы. Вот так вот выглядит банкнота на просвечивание. Мы видим, на белом поле дублируется портрет Аун Сана. А также есть защитная нить. Впаянная в бумагу. Вот такая вот у нас сегодня интересная банкнота в обзоре. Напомню, это банкнота достоинством 25 кьят Народного банка Бирмы образца 1972 года. А на сегодня все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!